Буква А. Есть такая буква. Сейчас я посмотрю, какая она. Раз. Целиком еще словечко не могу назвать все-таки. Надо крутить барабан. Ну, верти. Сектор шанс. Можешь открыть любую букву. Любую? А. Любая буква, это не надо называть ее. Это нужно просто открыть. Это сектор шанс. Получается, дальше крутим. Приз в студию! Секундочку. Три буквы. Хуй. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. В эфире капитан шоу «Поле чудес». И я, ее ведущий Евгений Ширяев. И наша первая двойка игроков. Давайте знакомиться. Алена. Рич. Супер. Ну что ж, крутите барабан. Как его крутить? Серьезно, не знаете, как крутить барабан? Нет. Супер. Пока крутится барабан, расскажите, что кого. Все нормально, ездим тут, катаемся. У нас вот тут выставка, работаем. Я не вижу никакой выставки. Я не буду рекламировать. Или можно? Конечно, можно. Дверь в Хогвартс вот наш. Мы там работаем. Кем? Я фотограф. Рич, поддержка моральная. Сектор. Обычный сектор. Внимание на табло. 15 букв. Сейчас будет вопрос. Я вас попрошу слушать внимательно. Хорошо. Гугли. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и именно это за настоящее. Сейчас. Что там первое было? Где именно? В вопросе. А, сейчас, секундочку. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и это за настоящее. Вы можете назвать любую букву. Буква А. Есть такая буква! Сейчас я посмотрю, какая она. Раз. Мы открываем пятую букву. Шестая, седьмая, восьмая. И, кажется, девятую букву. Крутите барабан. Что, чего там, зачем там? Кто? Да не знаю. Да мы на Думской, какие вопросы странные задаете? Сектор, уй! На барабане. Что это значит? Что? Что это значит? Что именно? Сектор вот этот. Ну, ничего там нету особенного. Буква О. Есть такая буква! Сейчас, секундочку, я посмотрю. Итак, раз, два, три. Раз. Ах, все тяжело. Пятая А, седьмая О и тринадцатая или двенадцатая тоже О. Классно! Крутите барабан! Че, как там, чего? А вот так и живем, говорится. На одну. На вторую. Вашу. Зарплату. Сектор приз на барабане. Деньги. Все, выбираем. Естественно, у вас есть выбор, деньги или приз. Приз. 7 рублей. Приз, я же... Приз. Надо же поторговаться, такая передача. 15 рублей. Приз. 34 рубля. Приз. 100 рублей. Приз. 150 рублей. Приз. 200 рублей. Приз. 500 рублей. Приз. 1000 рублей. Приз. Приз в студию. Выноси. Рич, как дела?
секундочку. Итак, это Powerbank. Немножко заюзанный Vibe 5000. Это Powerbank. У вас какой телефон? Samsung. Он так вот прикосновение делает? Да. Магнитик. Есть такая штука, все работает. Ага. Но очень большой минус. Есть садиться, падла, очень быстро. А. Ну куда вы? Зачем такую херню создавать, которая садится просто быстро? Она мне нафиг не нужна. Это ваш приз. Крутите барабан. Че, кого? Да. Слишком солнечно сегодня для Питера. Сектор шанс. Вы можете открыть любых три буквы. Первые три. Первая буква Н. Вторая буква Е. И третья буква Б. Я предлагаю вам крутануть барабан. Вдруг случайно выпадет супер шанс. Да, ну это не от меня зависит. Рич, скажи слово, Рич, скажи слово. Подождите, вы очень сильно закрутанули барабан. Да. О, сектор шанс. Вы можете открыть любую последнюю букву. Последнюю. Внимание на табло. Табло, если что, здесь. Мягкий знак. Ты знаешь, что это? Первое Н, второе Е, третье Б, потом какая-то буква, потом А, потом еще там что-то там, потом А, потом что-то там, А, О, мягкий знак. Неблагополучная? Неблагополучность. Неблагополучность. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и за настоящее. Неблагодарная? И мягкий знак в конце. Алия новая! Ну, неблагодарность, мягкий знак в конце. Неблагодарность. Это наш победитель! Ура! Я выиграла. Призы в студию. Я не буду смотреть. Я пытаюсь. Просто застегнули портфель. Призы закончились? Что? Вот это хрень. Феникс, шоколад плюс арахис. Веган, глютен-фри, no added sugar. Финиковый батончик. Сладости жрать это... Хреново. Что это? Хреново. Да. Это хуже синьки. Это наркота. Ешьте вот эту хотя бы гадость, которая без сахара и стоит всего 14 рублей в 7 шагов. Спасибо. Чтобы подружка не расстраивалась, ей тоже Феникс. Спасибо. Не за что. Все? Да. Можем идти? Конечно. Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. В эфире капитан шоу Коля Педес и наша первая одиночка игроков. Тимофей. Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить тремя словами. Единство с жизнью. Три слова. Единство с жизнью – это единство с тем, что есть. Что есть, когда. Прошу вас, крутите барабан. Барабан. Прошу вас, крутите, Тимофей. Ну, так? Разве так крутится барабан? Не понимаю. В
Вы на полном серьезе? На полном. Вы понимаете, как крутится барабан? Я не знаю, как крутится барабан. Вот если он так вот расположен, вот здесь, получается он так, да, и крутится. Да, мы, получается, крутим его, да? Вот так вот. Будьте любезны, крутите барабан. Как живется вам, рассказывайте, что? Да, вы... на самом деле, учеба, гулянки. Конечно, хочется больше думать по поводу дела важного. Но пока получается только в обратную сторону. Но я думаю, встанет все на место, в принципе, в ближайшее время. Сектор на барабане. Пожалуйста, называйте какую-нибудь букву, хотя все-таки вы можете назвать слово целиком. Я называю букву А. Внимание на табло. Есть такая буква, предпоследняя буква. Угу. Как вы видите, всего 6 букв. 7 букв. Предпоследняя А. 6 букв. Получается, дальше крутим. Что думаете, что не думаете, зачем все это придумали? Ну, не знаю. Если существует, значит, так тому и быть, в принципе. Вот так. Сколько годиков? 17. Сектор шанс. Вы можете открыть любую букву. Хочу открыть первую букву. Первую, самую первую. Буква С. Угу. Тимофей, помните ли вы вопрос? Если не тяжело, не могли бы вы мне напомнить? Подвылетело. Вообще из башки все выскочило. Подвылетело. А чем слушаем? В одно Зачем я вопрос-то этот задал? В одно ухо влетает, в другое вылетает, но мы рискуем, правильно? Видео? Снимать их будут. А это анонимно. А не мешайте. Не мешайте нам. Хулиганье маленькое. Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить тремя словами. Единство с жизнью. Единство с жизнью – это единство с тем, что есть. Когда? Когда это есть? Хочется сказать всегда, но первая буква не «В», само собой. На «ты» перейдем? Да, конечно. Крути барабан. Хорошо, хорошо. Крутим, крутим, крутим. Где учишься? Музыкальное училище. Может быть, музыкальную паузу пока сделаем? Ну, можно. Давай спой что-нибудь. Спой что-нибудь. Ну, я не пою, у меня голос ломается. А зачем вот ты в музыкальном училище? Я играю на аккордеоне. Сыграй что-нибудь. У меня нет аккордеончика-то с собой. Нету? Нету. Он же такой здоровый. Большой, да? Большой, тяжеленький, конечно. Сектор приз. Приз? Получается. Или деньги? Ну, получается приз. Лучше приз, конечно. Торгуемся, нет? Ну, да я приз беру, приз. Ну, все-таки 15 рублей на дороге не валяется. Ну, не, тут все равно приз, мне кажется, что-то как-то поинтереснее. Сатыга. Не. А вдруг там конь? Ну, так и ничего страшного, и чего, я же радостный. 350 рублей. Нет, 350 рублей – это все равно не цена для моего интереса. 1800 рублей. Это тоже не цена для моего интереса от слова. 5000 рублей. 5000 рублей – это что-то более-менее похоже на правду, но я не буду соглашаться. Почему? Ну, потому что принципиально вот пару десятков секунд назад определил для себя, что все-таки лучше будет приз. 100 тысяч рублей. Ну, 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, это тоже не стоит, как бы, моего личного мнения. Вот в этом проблема. Что же стоит вашего личного мнения? То, что спрятано. Приз в студию. Баночку, я предлагал вам
100 тысяч рублей, и вы отказались. Правильно. Держите, ваш приз. Ну, в целом, это зарядка. Это то, что нужно. В последнее время это прямо то, что нужно. Микро-USB. Микро-USB. Правильно. У меня таких дома так дохрена, что это просто она мне нафиг не нужна. Я конечно. Использовать в качестве приза. Все-таки это... Может быть и не 100 тысяч рублей, но мой интерес пропал, а значит, меньше будет болеть голова. Все-таки в очередной раз не повелся на деньги. Прошу, крутите барабан. Что думаете по поводу? Ну, смотря по какому поводу. Ну, по-разному там. По разному поводу тоже думаю, по-разному. Все вроде бы не так сложно. Легко живется? Смотря в какой день недели. Так, вот сюда вот. В какой нелегко? Наверное, все-таки в какой-нибудь вторник. Сектор! Да. Ой! Ой-ой-ой! Помните ли вы вопрос, Тимофей? Снова он вылетел у меня из головы моей бедной. Вы выпиваете? Не выпиваю. Может быть, вы покуриваете... Ашкудашки. Ашкудашки присутствуют, конечно. Какие-нибудь другие курилки. Вмазывалки, обсадиловки. Не-не-не-не-не. Только, влипучки, только... красные глазючки. Нет, только ашкудашки. Все остальное это то, что... Почему такая дырка? Дырка в голове, да. Все-таки проблемы личные, наверное, слишком глубоко залезли, и какую-то информацию воспринимать все тяжелее и тяжелее с каждой проблемой. Вас бросила цыпа? Нет, не бросила цыпа, с моей цыпой еще все в порядке. Барабан остановился. Mm-hmm. Называйте букву. Я думаю, буква И. Игрек за И сойдет. Третья буква Е. Целиком еще словечко не могу назвать все-таки. Рили? Рили? Да, надо крутить барабан. Ну, верти. Сектор шанс. Вы можете открыть любую букву. Я хочу вторую букву открыть. Буква Е. Вопрос помним или нет? Я думаю, это слово «сейчас». Совершенно верно! Это слово «сейчас». И аплодисменты нашему победителю Тимофею. А вопрос-то помним, какой был? Нет. Нет. А ведь именно в вопросах этой передачи и заключается сия мудрость и сия ключевая идея всей этой экспозиции. Секрет умения жить, секрет успеха и счастья можно выразить тремя словами: единство с жизнью. Единство с жизнью – это единство с тем, что есть сейчас. Я передаю привет всем, абсолютно всем, кто видел меня, кто знает меня. Моя семья каждый день получает привет, все мои близкие каждый день получают привет. Поэтому всех люблю, всех обнял. Почти спонсор, и совсем пока еще не спонсор, но, может быть, будет спонсор нашей программы Феникс. Финиковые батончики. Кокос плюс мята. На вкус хрен поймешь. На любителя. Для веганов, для глютенов фри, для тех, кто no added sugar. Это наш приз нашей передачи. Спасибо. На здоровье. До свидания, Тимофей. До свидания. Новая серия Крутишкина. Кучкудук. Мое почтение, дорогие телерадиослушатели, и в эфире капитан шоу «Полипидес». И у нас в студии наш новый участник Иван.
просто Иван. Внимание на табло. 5 букв. Хорошо. Вопрос. Они приходят и уходят. Ты недвижимый. Недвижимый или недвижимый? Недвижимый. Недвижимый. Они приходят и уходят. Ты недвижимый экран, на котором они именно они воспринимаются. Они — это 5 букв. Mm-hmm. Сразу же секи, вот, потому что сейчас был Тимофей, он ни хрена не запоминал, что я ему говорил. А это вопрос. Я буду что, постоянно что ли его говорить? Кого? Из ЧГК. Они приходят и уходят. Ты недвижимый экран, на котором они воспринимаются. До тех пор, пока ты с ними отождествляешься, ты упускаешь из виду очевидное свое собственное присутствие. В этом загадка существования. Что за они? Крути барабан. Вот так. Потрясающе. Расскажи немножко о себе. Что рассказать о себе? Я не был в Петербурге почти полгода. Я уехал на зиму за город, колол дрова, ходил в баню и прекрасно проводил время. А сейчас пытаюсь социализироваться. Сколько тебе лет? Мне почти 18. Почти? Да, я уже скоро буду большим, совершеннолетним. Почти 18. Да. От чего ты? В лесу. Спокойно, тихо, комфортно. А так я уличный музыкант, все такое. Да. Сектор на барабане. Какой? К сожалению, никакой. Никак, блин. В итоге нужно отвечать на вопрос, да? Букву. Букву Д. Нет такой буквы. Нет такой буквы. Нет такой буквы. Получается, не угадал. Получается, крути барабан. Покрутили барабан. И снова назвать букву? Или он еще крутится? Он уже крутится еще. Пока крутится барабан, можешь спеть какую-нибудь песню. Я не пою. Еще один не поет. Тоже играешь на гармошке? Я вот стихи пишу, песни пишу, все такое. Просто вот поэт питерский, понимаешь? Ну, стих прочитай какой-нибудь. Про то, что я могу достать широкие штанины или более свой, свой какой-нибудь. Свой? А телефон завязать можно? Сектор хуй на барабане. Пожалуйста, буква. Буква. А. Нет такой буквы. Напомни мне, пожалуйста, какой был вопрос. Что-то про их, они, которые на экранах, а я недвижимый. Они приходят и уходят. Ты недвижимый экран, на котором они воспринимаются. До тех пор, пока ты с ними отождествляешься, ты упускаешь из виду очевидное свое собственное присутствие. И в этом и есть загадка существования. Ну, если буква «Д» не присутствует в ответе, то вариант «с друзьями» не подходит. То вариант «крути барабан» нужно использовать прямо давай сейчас. Давай в другую сторону в этот раз. Крути. Покрутил. Это о нем даже не шевельнулся, этот барабан. Сильнее. Я понимаю. Это игра на фантазии, да? Это игра «Капитан Шоу Поле Пидес». Невнимательно, Иван. Я уже говорил название этой передачи. Видишь, сложно воспринимать устную речь после долгого перерыва. А как вас зовут? Игнат. Игнат. Красивое имя. Скажи, пожалуйста, давай стихи читай свои. Стихи? Люди проживают в поместьях, прожигают наследство. И доживают в подъезде. И люди что делают? Проживают вместе. Но это последовательность машинальных действий. Запомнил? Сектор приз. Приз. Что, две шкатулки? Есть возможность забрать деньги, есть возможность забрать приз. Ну, конечно, приз. Ну,
У нас нет приза. 33 рубля – это серьезная монета. Не, было бы 34, я бы еще подумал, но 33 вот все-таки… 75! Не. 301 рубль. Хорошо, что добавил в конце единицу. Приз или деньги? Приз. 305 рублей. Приз. Ладно, не буду тебя мучить. Пятихатка. Ну, это уже серьезное предложение. Это вот как? Человек только что профунял 100 тысяч. Серьезно? У нас серьезная передача. Меня смотрят миллиард. Человек каждый день. По миллиарду просмотров. Звучит весомо. Приз. Хочу приз. Приз. Там же что-то интересное должно быть. Приз! В студию! Добрый день, дорогие друзья. Далее в программе. Прогноз погоды. Нет? Не прогноз, а прогноз. Хорошо. Если у вас утром мигрень, пейте таблетки, любые таблетки, и кушайте в Макдональдсе, которого нет. Рекламная показа закончилась. Суперские 3D очки. Чтобы видеть мир по-разному. Потрясающе. Ну, просто много этого говна дома, хлама. Так у меня тоже. Вот, еще дарить. Мне идут? Да, супер. Прекрасно. Как ты относишься к тому, что сейчас в мире происходит концепт? Мне один в комментариях написал, что, говорит, ах ты, говорит, скотина, говорит, по тебе, говорит, 280-я статья плачет. Я, говорит, все сделаю, чтобы тебя патла туда вот это все заинтересовались. Представляешь? А что я говорил? Знаешь, что я говорил? Что? Я говорил, что в мире должен существовать мир. Все остальное – это блядство. Для меня непонятно, как человеку, которому каждый год говорили, что то слово, которое нельзя назвать, это ужасно, и не должно быть никогда. Пока крути барабан. А потом начинаются подобные события. Это какой-то диссонанс в голове. Тяжелое время. Сектор шансов, правильный выбор. Буква. Первая. Первая буква М. Мудилы. Первая буква М. М. Он как-то... Помнишь, какой вопрос был? Тебе уже два раза я вычитал. Там вот про экраны, то, что без них... Ты ведь не вникаешь в суть вопроса. Да я вникал, там просто букв много. 5 букв. У девчонки в начале передачи было 15 букв. 15? 15 букв. Это больше в 3 раза, чем 5. Это серьезная вообще заявочка. Согласен. Сектор шанс, можешь открыть любую букву. Давай третью букву, чтобы так вот, через одну. Буква С, секель. Месяц. Не торопись. Одна ошибка и все. И все? И провал, да. Я могу тебе просто намекнуть, нет. То есть, возможно, я был далек. Да. Крути опять барабан. Опять давай в другую сторону. Пока по барабану вообще. Покрутил. Крутится долго. Так. Может, споешь песню какую-нибудь? Я же говорю, это... Вообще не поешь? Кровь из ушей будет, там, боль, пот и все остальное. Не думаю, что твоим зрителям это нужно. Хрен поймешь, что им нужно. Очко на барабане. И что же это значит? Ноль. Очко ноль. А, ноль. Да. Это меньше, чем один. И что с этим нулем делать? Букву называй. Букву. Первая М, третья С
и еще три буквы. Буква «Ы». В точку. Точку. Буква «Ы». Это вторая буква. Мыс. И еще две буквы в конце. Да. Я понял. Я долго думал. Угу. И пришел к ответу, что на конце такой звучный слог «ли». И получается «мысли». Совершенно верно. И это наш победитель Иван. Спасибо. Я долго к этому шел. И что же «мысли»? Ну, ты помнишь вопрос какой был? Ну, главное с ними быть единым и неподвижным. Пока не на экранах. С ними быть единым и неподвижным? Да. Все переврал. Все переврал. Я бы сейчас мог пошутить шутку об этом. Пошути. Но за такое можно и получить поляпя. Да. Привет, привет. А я могу там это рекламировать свой инстаграм? Конечно. Ой, вернее, запрещенная территория Российской Федерации социальную сеть. Опа! Что это? Это мне бумажка. Спасибо. Шикал. Финиксы. Сахара нету. Натуральные там продукты. По кайфу. Кайф. То есть настолько популярно, что уже Феникс заказывает рекламу? Конечно. Но это успех. Мне заплатили 100 тысяч рублей. А бартер был? Или ты сам покупал продукцию Феникс? Пришлось купить. Не доработали Феникс, конечно. Будешь привет передавать кому-нибудь? Привет маме. Спасибо, что всегда в меня верила. Я вот буду стараться дальше становиться медийным лицом, чтобы мама могла увидеть меня в настоящем поле чудес. А ты прорекламировал свой инстаграм? В общем, мой инстаграм, вот по буковкам запоминайте все, подписывайтесь. Там первый слог «нет» на английском, «нет», да? Потом... Типа как интернет? Да, вот ну, точка .net, а дайте просто «нет» в начале. Угу. Вот, и «нет» Вояковский. «Нет» Вояковский? «Нет» Вояковский. Там такая концептуальная история с этим никнеймом. Ну, тебе не будет интересно. Давай рассказывай. Рассказывать? Да. Ну, в общем... В прошлом году я начал выступать с учениками. Я начал вместе с одесской группой. Вы заинтересованы? Идеально. Абсолютно меня не было. И зашло это. Память должна быть от меня. Компания «Двойный сладкий». Смотрите, она не буквально. Я шум, сладкий закол. Это не будет. Так себе история. Ладно, давай. Я погнал. Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели, и в эфире капитан шоу «Поле Пидес» и наша первая одиночка игроков. Как зовут тебя? Артём. Сколько тебе годиков? 15. Всем людям на Земле кажется, что это давным-давно отменили. Но они заблуждаются. О чем речь? Крути барабан. Думаю. Пока можно не думать. Крути барабан. Что это было? Не знаю. Вы сказали барабан. Я тоже не знаю, что это было. Нужно крутить барабан. Какой барабан? Ты разве не видел никогда, как крутит барабан? Ну да, видел. Хотя тебе 15 лет. Вот берешь так вот и крутишь его. Так что? Нет. А, вот смотри, вот ты берешь, какой, ты левша или правша? Правша. Вот, ты берешь правой рукой и крутишь его. Вот туда или сюда крутишь его. Ну крутани его, без этого передача-то не... Нет, ты обратно его. Расскажи себе. Ну, получается 15 лет, хорошист. Сегодня с другом ходили в ККА играть. Что делали? В компьютерный клуб ходили играть. Существуют компьютерные клубы? Да. Какой сегодня год?
23. Вот это уже получше. Сектор на барабане. Назови букву какую-нибудь. В. Есть такая буква. Обратите внимание, что 7 букв. Шестая буква В. Крути барабан. Как там у вас там, у молодежи там? Да. Что там у вас? В принципе, хорошо, все, живем. Хорошо, хорошо. О, сектор шанс. Открываем какую-нибудь букву. Буква У. Нет, просто открывай какую-нибудь букву. Думаю, первую. Первая буква Р. Ты помнишь вопрос? Помнишь вопрос? Был? Почему ты не помнишь вопрос? Частично помню. Что там было? По поводу... По поводу того, что люди не могут что-то без этого обходиться. Что-то люди без этого обходиться могут. Еще раз, можно? Люди без этого что-то могут обходиться. Но без этого не могут обходиться. Люди без этого не могут обходиться. В буква шестая. Давай еще раз. Всем людям на Земле кажется, что это давным-давно отменили, но они заблуждаются. Что же это? То, что вроде бы как отменили, но они заблуждаются. Рабство. Браво! Аплодисменты. Аплодисменты влупасили быстренько. Сигармульки там у него в руках. Молодец. Молодец. Уже получается. Конечно. Феникс. Кокос мят. Веган. Глютен-фри. No added sugar. Срок годности 9 месяцев. Пожалуйста, это тебе. Передаю привет своим родным, близким, ну вот этому другу. Друг, можно тебе тоже сюда? Видно друга? Я еще чувствую. Вот этому другу. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Опа, какой козырек стоит. С сигармулькой. Со спичками. Со спичками. Ай, ёк-макарёк. А ты знаешь, что здесь будет происходить? Когда? Сейчас. Что? Капитан шоу Поле Пидес. И наш игрок. Меня зовут Юра. Альфред Нобель сказал: это ужас из ужасов. Это самое страшное преступление. Мне бы хотелось изобрести вещество или машину такой разрушительной силы, чтобы всякая эта хаясь вообще стало бы невозможно. Крути барабан. Откуда вы все прилетели, скажи мне? Кто так крутит барабан? Нормально, крути барабан. Нет. Ты что за барабан крутишь? Барабан так не крутит. Вот, вот, молодец. Ну, давай рассказывай, что кого. Да что, пришли... Сколько тебе, 13? Нет, мне не 13 лет. Мне мамка спрашивает. Знает, что ты... Знает, знает. Куришь сигармаса? Да. Каждый день. Откуда деньги берешь на сиги? Зарабатываю. Кем работаешь? Я кручу казино онлайн. Ну и как там ты крутится у тебя все? Ну вот я барабан крутил. Вот хреново так. Ты крутил, да, ну, барабан. Крутил. Так же хреново крутишь свое казино. Не, я вон сектор У на барабане. Называй букву. Б. Во-первых, на табло посмотри. 5 букв. 5? Что там был за вопрос?
хаясь какая-то. Что? Я не помню, что ты спрашивал. Что было в твоей голове, когда я зачем-то взял в руки телефон и читал все это? Нахрена я это читаю все? Ну для кого я это читаю? Ты прочитал какой-то отрывок из текста, правильно? Нет такой буквы. Цитату что-то. Ты барабан. Ну что там ты крутишь там, рассказывай там? Ну, Ванек! Вы... Идеально. Вот там на фоне снегопад. Отлично. Говорит, Амис, кому-то опять залетел. Да, это круто вообще, на самом деле. Я спрашивал, как тебя зовут? Меня зовут Юра, да, ты спрашиваешь. Я сейчас что-то спрашивал у тебя. Ты спрашиваешь, как я вообще там... Сектор Шант! Открывай любую букву. Любую? А. Любая буква, это не надо называть ее. Это нужно просто открыть. Это сектор Шант. Хорошо, где открывать? Я не вижу здесь ничего. Сейчас там вот женщина придет, она сама откроет потом. Угу. Ты просто называешь, какую букву открыть. По счету? Ну да. Третью. Буква Е. И краткая. А всего букв 5. Что за казино? Давай порассказывай. Dragon Money называется. Я сижу за компьютер, кликаю мышкой, деньги капают. Что делаешь мышкой? Кликаю. И что ты там куда кликаешь? По мышке. И зачем ты там кликаешь? Ты играешь в покер? Да. А, ты просто в покер играешь? Да. То есть не ты создатель всей этой сети? Ты не гений, ни хрена. Нет. Ты тупо играешь в покер? Я тупо играю в покер, да. И у тебя нормально получается? Нет, хорошо. Сектор приз. Приз или бабка? Сколько бабок? 5 рублей. Приз. 7. Приз. Сотка. И приз. 150. Да приз. 250. Да нахуй приз. 300. Да приз. Пятихатка. 500 рублей? Да. У тебя есть такие деньги? Ты, я вижу, задумался, братишка. Сколько там в этом казино ты там бабосов поднимаешь? Ну, примерно 2 в день. Две в день? Ну, примерно так. Ну, пятихатка для тебя не деньги, я смотрю, да? Пятихатка или приз? Приз. Приз в студию! Теперь я ведущий этого шоу. Сейчас меня достает приз. Спорим, там будет какой-то уебищный батончик. Ну... Угадал? Да неужто ли детское мыло это будет? Детское мыло, детская косметика, без задушек, с глицерином, не раздражает кожу. Туалетное твердое. Если вы пользуетесь всякими средствами, покупайте то, что для детей. Потому что хотя бы для детей, может быть, эти патлы будут делать нормально. Все, что остальное, премиум, не премиум, все вот говно, скажи, одно говно. Скажи это. Ну неужели, сволочи, вы детей будете гробить вот наших вот? Неужели? Мой свою подмышку, жопу и лицо. Крути барабан. Какой вопрос я тебе задавал? Да я уже не помню даже, но я точно знаю, что мне надо брать слово. Слушай, давай. Альфред Нобель. Кто такой, знаешь? Нобель, да. Создатель Нобелевской премии. И еще чего? Еще физик. Динамита. Прикиньте, динамит. Создатель. И что он сказал? Это то, что 5 букв, 3 Е. Угу. Это ужас из ужасов. Это самое страшное преступление. Мне бы хотелось изобрести вещество. Сука, изобрел динамит. Или машину такой разрушительной силы, чтобы всякое это вообще стало бы невозможной. Невозможной. Хочется, чтобы это было невозможным. А кому-то хочется, чтобы это было. Они радуются, когда это есть, понимаешь? Угу. Они ненавидят тех людей, которые бы не хотели бы этого. Называй слово. Слово? Не, я сначала Давай букву. Давай букву.
Третье – Y. Е! Ну, Y. Е! Какой Y? Блять, и краткое. Крутой ты в саде, в школе у себя? Да. В 9 классе? Да. Серьезно? Да, угадал. А вообще четко. Куриный такой крутой. Девка-нибудь у тебя есть, да? Нет. Нет? Холостой. Не целовался еще ни с кем? Целовался. А, целовался? Да врешь. В каком классе ты первый раз поцеловался? В 6-м. С парнем? Нет. Нет, детям такое нельзя говорить. Еще и посадят. Мне это надо. Тьфу! А ты в каком классе поцеловался первый раз? Слушай, в 7-м классе, да. В 7-м? С парнем? Да. Буква Х. О, молодец. Давай что интересное расскажем. А нахуя ты мне мыло дал? А чё ты, я не знаю, так материшься? Вообще, почему ты материшься? Зачем же ты мне дал это мыло? Это был приз такой? Ну, это был приз от спонсора. То есть мне надо было 500 рублей все-таки выбрать. Ты 2 косаря в день поднимаешь. Ну да. Это сдались, 60 в месяц? Да, где-то. Куда тратишь столько баллов? Вась, а это модная кофта? Это очень модная кофта. Да? Угу. Рублей. Угадаешь, сколько стоит? Ну, рублей 900. Смотри, если угадаешь, сколько это стоит, я тебе сигареты. Сектор пошел на барабане, пожалуйста. Я смотрю, ты уважительно относишься к своим подписчикам. И к участникам, которые участвуют. Это даже если они детишки. Да все, окей. Давай, не которые заливай. Курят сигары мушки. Не заливай. И сосутся. Давай, не заливай. С 6 класса. Смешно это, конечно. Что жалел, что вписался в этот блудняк? Я да? Ни в коем случае не пожалел. Я сейчас чувствую себя в лагере, где я вожатый, вот вы засранцы мелкие. Давай. Ладно, буква М. М. Мудак. Нет. Такой буквы. Ты не обзываешь, что ли? Я не обзываю тебя, это я говорю на букву, слово, чтобы зрителям было понятно. Чтобы было зрителям понятно. Хорошо. Так. Крути барабан. А ты сколько в месяц загребаешь вообще? Да по-разному. Ну, когда-то 10 рублей, когда-то 50. Давно прикалываешься, что ли? Ну, ладно, 100. Нет, больше, конечно. Да ладно, 200. Нет, ты чего? Что? Ты что, дурной, что ли, совсем? Тысячу! 6 тысяч. 6 тысяч рублей в месяц. Это серьезные деньги уже. Букву говорить? Давай. Так, у нас есть и краткое посередине. 5 букв. Вопрос помнишь, как такой? Да был? помню, все, не повторяй. Давай. П. П. Ну скажи это. Скажи же ты это. Пупок. Хорошо. Ее. Иван. Че мы там нормально стоим? Пиво пьешь вообще? Слушай, нет, уже не пью. А чё? Да все уже, вырос из этого возраста. Не, я тоже курил сишки в твоем возрасте. Да? Да, я, короче, курил сиги до первого курса. Крутой был? 17, крутой. Не, он так же вот ходил, сигармус, а потом на перемене. Не сейчас крутой все уже. Не крутой, да. Все уже это уже... Сколько тебе? Круто. 35. Пиздец. Не заебался такой хуйней вообще заниматься, блядь, 35? Вот такой вот? Да. Нет, может, а мог бы вот таким вот стать. А под затыльничкой тебе не треснул сразу ли? Чтобы попробуй. Ты не расслаблялся. А, типа ты несовершеннолетний, да? Нет. Засранец. Давай, ну, сектор шанс. Можешь назвать какую-нибудь букву. Пятую. Открыть. Давай первую. Буква В, вагина. В, Y, ой, блядь, и краткое. И еще две. То есть 3 буквы. Ну, я могу действовать по тактике, я просто как бы жду, пока шанс выпадет, и все. Какой? Ладно, пока покручу, да, тогда? Супер шанс. Я уже кручу. Леди Баг смотрел? Да. Да? Да, Тики, давай. Тики, это эта хрень, которая летает? Да, вот эта муха, ебаная. Супер шанс! Опять? Чтобы побыстрее мы закончили, ты отсюда. Открывай любых 5 букв. Так там всего 3 осталось. Хотя бы вторую. Давай вторую. О. Первая какая? Не помню. В. Ну. Во.
А, война, наверное. Угу. Сколько у вас? Хромосом. И создал он динамит. Опять батончик дашь? Да, Галина, батончик. Скажи, рекламная пауза. Рекламная пауза. Пускай это маленькое создание, которое стоит рядом со мной, будет полезно питаться и мыться мылом. Держи. Ты в Фикс-прайсе покупал? 7 шагов. Кому? Всем. Тебе. 7 шагов? Наша передача заканчивается. Наконец-то. Наконец-таки. Если вы хотите поучаствовать в поле да пидес, никто не захочет. То вы можете залезть в описание, там будут почты, ссылки, там, Телеграм, Инстаграм, вся эта шляпа. Туда заходите, что-нибудь пишите, подписывайтесь на канал на этот. Если не нравится, отписывайтесь, и чтобы глаза мои вас не видели. Если вы пишете говно комментарии, значит вы... Говно. Не хочу вас так называть, конечно, но значит, что говна-то вас как бы хватает. Если вы пишете отдушинские вещи, типа, о, Жека, ну, конечно, да, последний, конечно, ковбой, как ты ему леща. Ну, да, это подсудное дело. Ну, да, конечно. Ну, ты вообще четкий парень, да, неплохо все. Все смешно, все по кайфу. Ну, да, этот юмор поймем только мы, потому что молодежь, она... Она не втыкает. Ну, а что она втыкает? Ну, пока она... А кто втыкал? Кто втыкал, тот не воткнет. Я могу идти уже нахуй отсюда? Да, конечно, иди. Я спрашивал, как тебя зовут? Да, ты спрашивал. Юрис, давай, ты молодец. Молодец. Давай, пока. До свидания. Underneath and now that I found, oh, why she's mine. No, check out that little night. Let's just take it slowly. 늦은 어떤 때 같은 곳 새를 바라보고 있잖아. 저, какие вопросы? И это капитан шоу Поле Пидес. Поле Пидес. И рядом со мной наша первая участница участников. Ее зовут? Юля. Юля. Юля Козюля? Могила. Вау. У вас долго вопросы будут? Очень быстро. А, да, хорошо. Мне жарко. Смотрите, какое солнце тут светит. Счастье, братство людей и это... Вот что нужно нам на этом свете, сказал Марк. Твен. Прошу вас, Твен? Крутите барабан. А какой барабан? Виртуальный? Ну да, он виртуальный. Ну, закрутили и достали суперприз. Вот так. Угу. Молодой человек, скажите, о чем? Я серьезно, девушка, что по мне не видно. Давайте я крутану барабан вместо вас. Фортуна, да? Я уже крутану барабан. И? Расскажите немножко о себе. Учитесь работать? Да, я музыкант. Сегодня одни музыканты. Он музыкант. Один музыкант. Там был музыкант, и я тоже музыкант. Переехала в Питер месяц назад. Поете песни? Нет, я диджей. О май гад, о май гад. Что за музлище? Какой-нибудь четкий дипхаус? И в том числе. И то, и другое. Что за... Сектор Шанс! Все снимаем хотя бы. А нет, обычный сектор, я немножко попутал. Называйте букву. А. А, кстати, обратите внимание на табло. Это слово из трех букв. Идите в жопу с вашими съемками. Да? Какими съемками? Можно запустить это? С микрофоном. И потом фоточку мне прислать. Можно? На Твиттер? У меня нет Твиттера, не было никогда. Три буквы. Хуй. Нет такой буквы, можете еще раз крутануть барабан.